что-то наш сегодняшний супец уж больно на помои похож. Впрочем, как и всегда, с тех пор, как его стал готовить наш Николай. Да, если бы кое-кто маму в тюрьму не посадил, сейчас бы ели бы борщ как борщ, а не винегрет, залитый кипятком. Но я же не специально. Ничего, скоро Дуся выйдет из тюрьмы, и мы заживем лучше, чем прежде. А кое-кого на мамино место определим. Дежурный по кухне, кое-кого вилка упала. Ой, извините, я, кажется, немножко чай пролила. Ничего, ничего, небось не сахарный и не растает. Угу, угу. Знаешь что, внуча, а пойдем-ка сходим лучше в беляшную. Поедим нормальной пищи. А кое-кто пусть все помоет здесь как следует. И чтобы голова сверкала начищенная. Идем, бабуля. Какая грязь у нас. Есть милиция. Я милиционер. Я старший лейтенант. Оперуполномоченный Рылов. О, это он. Это он. Чего это? Я разберусь. Похоже на то. Спрячьтесь пока. На кухне. На кухне. А как же вы? Как же вы? Я дам ему отпор. Берегите себя. Да, хорошо. Ага. На кухне. Так. Где табельная? Так, внимание, внимание, с вами говорит этот старший оперуполномоченный Рылов. Вот. Я вам предлагаю сдаться или это, уйти по-хорошему, иначе я открою этот пистолетный огонь. Вот, раз, два, три. Какая прелесть! Я ничего вкуснее в жизни не пробовал. Это вы сами приготовили? Да, своими руками. Золотые руки. Как, наверное, должна быть счастлива ваша супруга. У меня временно нет супруги. Как романтично. А где она? А она в тюрьме. Знаете, получилось так. Она, главное, убила брата своего любовника. Он не убил, точнее, а... В общем, такая долгая как история. Как романтично. Скажите, а как долго вы уже без супруги? Уже неделю. Так долго? И что же, за все это время у вас ни с кем ничего никак? Почему ни с кем и как? С дворничкой нашей, Клавой. Вот. Но быстро-быстро. И меня потом за это, знаете, как теща с дочкой избили. Так отколошматили и всю ночь продержали в туалете. Вы знаете, мне мой супруг тоже изменяет. Изменяет постоянно с моими подругами, прямо при мне. Я так хотела бы ему отомстить, так хотела бы ему. А давайте потанцуем. Так неожиданно. Неожиданно. Я, честно говоря, так давно этого не делал. Ничего. Я боюсь вам на ногу. Какие пустяки. Что с вами, а? Что с вами, а? Вы умерли, а? Она умерла. Вы обвиняетесь в преднамеренном убийстве гражданки, случайно зашедшей к вам в гости. Признаете ли вы себя виновным? Нет. Суд не принимает это обстоятельство. Суд приговаривает вас к пожизненному заключению с расстрелом в конце срока. Ах!
что здесь происходит? Рылов, ты что, ел? Нет, 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 нет. Вы же мне запретили. Это она. Кто она? Опять Клава Дворничиха? Нет, нет, ну что вы, Марья Гавриловна. Какая Клава? Вы же мне запретили. И кто же тогда у тебя? София Ротару. София Лорен. София Лорен, кинозвезда. Она приехала на кинофестиваль. Духи иностранные. Ну так иностранка же. Сережки с бриллиантами. Так кинозвезда, я же говорю. Иди в комнату, я открою. Быстрее. Добрый день. Товарищ Селедкин, вы? Да, это я. Что это я вас на пороге-то держу? Проходите, не надо, не раздевайте обувь, Коля уберет. Вот тогда пройти-то можно, пройти-то можно. Я, Марья Гавриловна, товарищ Марья Гавриловна, думаю, что мы знакомы лет 10. 10 лет, 3 месяца и 3 дня. Да ну да. Являемся с вами членами одной партии. Так я предлагаю прекратить встречаться только на партактиве. А встречаться еще и теплый, что ли, это. Блин, слова в глотку не лезут. Местные, что ли, домашние обстановки. Вот. Ой, товарищ Селедкин, вы что же, делаете мне предложение? Да нет. Ну, то есть, да. Да? Я, да. Я хочу... Дайте руку. Хочу вас попросить, товарищ Марья Гавриловна, Маша, быть моей законной, что ли, супругой. Ой, товарищ Селедкин, согласна. Ох, ёбки, я лет 40 такого не делал-то, а? Маша, Марья Гавриловна, а? Марья Гавриловна, тебя задавлю. Что? Нитроглицерин! Нету! Нету! Нитроглицерина нету! Паранима! Он умер! Умер! Вы признаете себя виновной в смерти депутата Селедкина? Нет, нет! Суд приговаривает вас к лишению свободы сроком на 25 лет с конфискацией имущества и расстрелом через повешение. Папа, мне надо срочно почистить обувь. Такая грязь, нас еще окатили. Папа, у себя в комнате София Лорен. А что она у нас делает? Она спит. Угу. А ты почему шепотом разговариваешь? А потому что я тоже не одна. У меня там депутат, товарищ Селедкин. А он что у тебя делает? Что он делает? Тоже спит? Господи, сказка про спящую красавицу. В своем доме прямо не пройти. Пойдем, Абдулла. Здравствуйте, извините меня, пожалуйста. Оттуда... Сделай мне предложение. Не могу, дорогая. Почему? Ну, потому, не могу. Не сезон. Ну, я хочу, чтобы ты меня увез с собой.
в Эмираты. Сделал меня там султанша. У меня будет много рабов. Я их буду хлестать плеткой. На тебе, раб. На. Ну. Не могу. Ну почему? Не могу. Ну почему? Потому. Противный. Подушкой сейчас как дам. Вот тебе. Большой подушкой. Вот тебе. Противный. Я пошутила оттуда. Умер, кажется. Признаете ли вы себя виновной? Нет. А придется. Суд приговаривает вас к насаживанию на кол с двух сторон и расстрелу после снятия сколов. Не волнуйся. Нуча, я тоже по нелепому стечению обстоятельств убила товарища по партии. Ну, если честно, так и я эту Софью Ротару, Софью эту Ларен. В общем, что? Я ее это того. Ну и. И что? В общем, она это уснула. Кажется, навсегда. Ну и семейка у нас. Ну и семейка, мама уже в тюрьме. Мы скоро составим ей компанию. Я не могу сидеть в одиночке. Хватит паниковать. Слава богу, у вас есть здесь один мыслящий организм. Значит, нужно избавиться от труп. Как? Избавиться. А как? Обычным в таких случаях способом, путем распиления трупов, не забыть об этом, как о неприятном сне. Распилить и забыть, понимаешь? Только нужно обязательно снять одежду с трупов. Да. Зачем? Затем, что соседи могли заметить, в какой одежде они заходили. Бабушка, ты гений. У моего Абдулы такой приметный платок. Ну, за работу. Ага. Что ты стоишь? Что? Беги скорее за пилой. За ножовкой, за лобзиком, за бензопилой. Вот такого размера. Дружбой? Дружбой! Добрый день. Я прикрою. Я ваш новый сосед. Мерзотин. Феликс Валерьевич. Мария Гавриловна. Мария Гавриловна, мне мешает шум из вашей квартиры. Как будто что-то пилят и какие-то тяжелые предметы по полу таскают. А это ремонт. Ремонт мы полы ремонтируем, равняем. Что это у вас красненькое на передничке? Где? Это комар. Так, хлоп! Шутка. На самом деле краска. Мы полы, когда равняем, сверху их красной красочкой покрываем. А запах характерно приторный, как будто трупный. Это я лук ела, простите уж. Ела лук, закусывала стимролом. Вот такой эффект. Ну, извините, мы очень заняты все-таки. Всего доброго. Как говорится, никакого лука. А где же дочка? Не буду мешать. Волнуйтесь, я притворю. Это тебе. Почему? Твой размер. Это... Нет, это тебе. Так...
Это опять тебе. Почему? Это тебе. Ну, а это... Мне. Мне. Все. Так, бабуля, а почему у тебя больше, а? А потому что я мозг предприятия. Если бы не я, вы бы все сейчас до сих пор вот с трупами на шее ходили. У меня совсем мало шапка и сандали. И очень хорошо. Так, прячьте все, я открою. Нет. Товарищ полковник! Я сегодня к вам не как друг, как орган пришел. Дело в том, что вот ваш новый сосед... Мерзотин. Нашел на помойке тела еле живых, голых почему-то людей, завернутых в простыни. А на простынях почему-то бисером вышиты ваш адрес, телефон, фамилия и даже печать. Не возражаю, Рылов. Как вы это объясните, а? Как живых? Так живых. Чудом выжили, такой мороз голышом лежали. Я могу объяснить. Да, я могу. Это те самые простыни, которые мы сдавали в прачечную. Месяц назад мы же их и описывали, потому что там, в прачечной, висело объявление, что принимаются только описанные клиентами простыни. Три простыни так и не вернулись назад. И у меня, внимание... Есть даже чек и квитанции. Об этом. Вот. Ну, вот, господин Мерзотин. Товарищ. Я же вас предупреждал. Это порядочные люди. Мои друзья, Рыловы. Пойдемте отсюда. Я приношу свои от имени органов извинения. Я уйду, но я чувствую, что истина где-то рядом. Здесь пахнет паленым. Я уйду. Товарищ полковник. Бабуля, ты просто молодец. Молодец. Чанча. Все, я не могу. Они нас поймают. Они нас поймают и посадят. Я их знаю. Мы же почти убийцы. Мы же вынесли на помойку почти живых людей. А если они не выживут, а? Мой Абдулла без платка точно не выживет. Так, все. С меня хватит. Я иду с поминной. Стоять! Пусть стоять! Я иду с поминной! Веревку быстрее! Пусть я сойду! Скидай мне веревку! Я иду с поминной! Помогите! Помогите! Ишь ты! Подонок какой. Всех нас хотел сдать, да? Правильно, бабуля. Как говорил этот несчастный полковник, в разведке это называется предательством. Алло, сумасшедший дом? Ладно, психиатрическая больница. У меня для вас есть клиент. Да. Белая горячка, я думаю. Утверждает, что он вор, убийца и маньяк. Да, а на самом деле честный милиционер, труженик, семьянин. Да сумасшедший, конечно. Сумасшедший. Приезжай. Ага. Стоп. Ага. Приедут сейчас. Бабушка? А где папина доля? Папина доля у меня. В надежном месте закопана. Но ведь это нечестно. Почему же? По кочану же. Твоя же доля осталась у тебя. А когда папу выпустят из сумасшедшего дома,
Я ему его долю отдам. Ты прекрасно знаешь, что наш папа никогда не выйдет из сумасшедшего дома. А ну отдавай папину долю, ты какая еще это самое? Возьми, ты папину долю, ты какая? А, алло, милиция, это звонивший неоднократно Мерзотин. У меня появились доказательства. И если вы приедете прямо сейчас, вы успеете застать, как рыло вы делят награбленное имущество. Да, и ужасно дерутся, мешая отдыхать жильцам. Да, я вас жду. Напрасно звоните. Дома у вас никого нет. А где же все? А кто где, кто где? Муж ваш, Николай. Он в сумасшедшем доме. А мама и дочка в тюрьму поехали. За разврат и разбой. Это я их разоблачил. А что же мне теперь делать? У меня даже... ключа нет в квартире. Ключ? У меня. Я за квартиркой приглядываю. Пользуйтесь. Здоровье. А ваших-то я сдал. Теперь, я так понимаю, вы одна совсем. И я... И я один. Давайте вместе коротать вечера. Будем смотреть телевизор. У вас такой удобный диван. Знаете, что я вам скажу? Одиночество. Оно ведь не красит. Да вы что? Моя прободная яйца. Все. Ой, умер. Гад. Интересно, куда Коля пилу подевал? А?